will be departing in 10 minutes. Passengers heading for the... Привет, дорогие друзья! Привет вам из поезда, который следует в замечательный город Исин. Сегодня у нас маленькая серия блога, посвященная китайским диалектам. Как вы знаете, во многих районах Китая, можно сказать, даже в большинстве районов Китая, говорят не на государственном языке, а путунхуа или мандаринском диалекте, а на своем собственном диалекте, который отличается, прежде всего, именно произношением. То есть письменность одна и та же, а произношение другое. И вот сейчас как раз мы едем, рядом с нами села компания замечательных друзей с каким-то джизянским диалектом. Даже в одной и той же провинции, может быть, их очень много. И очень громкий мужчина, который уже вот часа два, наверное, что-то там очень оживленно рассказывает своим подругам, которые сидят за мной. Естественно, это немного может досаждать, но я уже привык, потому что китайцы люди довольно громкие, мне помогает такая вот замечательная вещь. Но даже сквозь эту замечательную вещь, через два часа я понял, что начинаю потихонечку его понимать. Потому что надо сказать, что многие диалекты, они, ну, так или иначе, это видоизмененные, естественно, слова, которые близки по звучанию к путунхуа, то есть к общепризнанному государственному диалекту. Вот, и понемногу начинаешь его узнавать. Я сейчас помню, что у меня подобная же была история в Юнань, когда я приехал, тоже там был один из местных диалектов, который при длительном таком вот вслушивании начинаешь узнавать отдельные слова. То есть, например, видоизменения. Например, есть такой как бы фразеологизм той-ху-той. То есть не так ли, не правда ли, да? Вот, например, вот этот мужчина говорит вот туда. Тебя так вот смазывает. И, по сути, очень многие диалекты – такой вот угрубленный и искаженный государственный язык. Вот такой вот интересный нюанс. Вот. Но, надо сказать, изучать их все нет абсолютно никакого смысла, потому что большинство китайцев, они понимают путунхуа, потому что телевидение, радио, они все на государственном языке, и в школе тоже детей обязательно учат государственному произношению путунхуа. Желаю вам приятных чаепитий, до новых встреч!